Сохранить и донести до детей традиции. Этот конкурс бурятской песни не просто соревнование, а наглядный урок для школьников. Каждый год 56-я школа проводит в честь национальных праздников такие вот творческие лаборатории. В этом году на сцену вышли учителя бурятского языка. Мы стараемся менять содержание вот этих праздников, чтобы было интересно нашим детям. В воспитательном плане это праздник Сагалган, да, не только праздник Сагалган, а вообще наши традиционные праздники национальные, Масленица, Сагалган. Именно на этих традициях наших этих праздников мы воспитываем наших детей. Песни выбирали в основном любимые, народные и даже традиционные застольные. Дети с удовольствием поддерживали своих учителей. Даже если кто-то ошибался, участникам бурно аплодировали. Умение разговаривать на бурятском продемонстрировали и сами школьники. Анжела Баженова с удовольствием принимает участие в таких конкурсах, а тем более в поддержку любимого учителя. У меня четверки пока, но я стараюсь там его... Так, маленчик. Этот открытый урок прошел на отлично. Именно такую оценку поставили школьники своим педагогам. Дарья Белоусова, Максим Махалов. Новости дня.